Исключительный реалист, мастер бытового жанра Владимир Маковский тяготел часто к остросюжетным бытовым сценам, в которых принимают участие маленькие, то есть простые люди. Сюжетами для своих картин он выбирал различные ситуации из жизни обычных людей. Чрезвычайно острый глаз. Художник мог подметить и изобразить на первый взгляд вовсе неприметные вещи, раскрыть характер и обнажить конфликт. На полотнах Маковского чаще всего изображено несколько героев, между которыми разворачивается немой диалог. Владимир Маковский говорил: «Картина не слово, она дает одну минуту, и в этой минуте должно быть все, а нет, нет картины». Картину «Две сестры» мастер жанрово бытовой живописи Владимир Маковский написал в 1893 году. Это полотно сатира Владимира Маковского, которое изображает разрушение родственных отношений из-за денег. Название картины и мимолетный взгляд на нее саму уже рождает у зрителя тяжкое чувство противоречия. Два родных человека, две сестры, между которыми огромная пропасть социального и финансового неравенства. Красивая и богато одетая женщина глядит свысока на скромную простую девушку. Из программы картины мы узнаем, что они сестры. За столом, вокруг которого царит беспорядок, сидит пожилой человек, как можно догадаться, отец двух сестер, и безучастно смотрит в окно. Пустые чернильницы, бутыль на столе, картины, разруха в комнате – все свидетельствует об обнищании когда-то красивого и богатого дома. А что сестра, одежда которой говорит о достатке? Она носит ярко-коричневую укороченную шубку. В руках она держит меховую муфту. Голову гостю украшает миниатюрная шляпка с цветами. Все в ее облике выдает благосостояние. По ее ластному взгляду, а также по беспокойной фигуре старой домработницы, мы сразу понимаем, что пришла она явно не для того, чтобы предложить свою помощь. Ее колючие глаза требуют. Обрезгливо отчужденное выражение лица ясно свидетельствует, что эти бедные люди давно для нее не родня. Вторая сестра одета в скромное темное платье, лишенное каких-либо ярких элементов и украшений. Это острая, жесткая, даже жестокая сатира художника так ясно иллюстрирует разрушение родственных связей, самых крепких, замену истинных ценностей на ложные. Детализируя каждый образ, обстановку, предметы обихода, автор приковывает внимание к родным, но уже чужим лицам, высвечивая их на полотне более светлыми красками, и разворачивает перед ними поучительный и невероятно печальный рассказ.